11-летняя Арина Титова уже на протяжении 6 лет постигает все аспекты вокала в театре песни «Шинанай». Юная артистка может исполнять практически все, от эстрадных композиций до джазовых. Последние – самые сложные в музыкальном искусстве. Но Арину это не пугает, певица блестяще справляется с непростыми произведениями. Городские, областные, республиканские и международные. Вокалистка уже покорила россыпь различных музыкальных вершин. И вот очередной успех. Всеобщее признание на фестивале «Славянские встречи», гран-при и бесплатная поездка на конкурс «Золото Балтии», который пройдет в Калининграде в марте следующего года. Я вообще не волновалась, потому что не в первый раз это конкурс. И тоже не в первый раз пою песню. Ну, нечему волноваться. Там вообще это, там нету текста, там набор слов, и это джаз. И поэтому я придумываю свой просто смысл. Как я ее понимаю, так и пою. Но не только Арину Титову отметила жюри международного конкурса. В его составе известные голоса Беларуси. Приз «Лучший руководитель» присвоили гуру вокального искусства и бессменному дирижеру театра песни «Шинанай» Али Ефименко. Это первый ребенок, который у меня этим занимается, который это действительно, это у нее в крови. Сами понимаете, что тут надо, кроме музыкального слуха абсолютного, иметь еще и какую-то дикцию, и уметь, и дышать уметь. В общем, все это сделать, это невозможно, наверное, трудно. В планах Арины и дальнейшее обучение вокальному искусству и очередной конкурс, но пока его название держит в секрете. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск, 360.